А в рамках Года детей в стране проводится немало мероприятий, посвященных вопросам развития подрастающего поколения. В связи с этим в Национальной школьной лиге прошли общекомандные соревнования по волейболу. В состязании нашу область представляли учащиеся школы гимназии номер 49 имени Ибрая Алтынсарина, которые заняли второе место. Подробнее расскажем далее. В Национальной волейбольной лиге «Шубар-До», прошедшей в Усть-Каменогорске, наши спортсмены, дошедшие до финала, стали обладателями призового второго места. Призеров встречали учащиеся и учителя школы. Школьники, в свою очередь, несказанно рады занявшему месту. И тренеры не остались без внимания. В победу вложено немало сил самих детей. Мы их готовим с 5 класса. И уже в старших классах мы достигаем больших результатов. Соревнования в Усть-Каменогорске прошли честно. Мы получили огромную мотивацию от этого состязания. Стоит напомнить, что лидеры данного вида спорта уже не раз доказывали свое мастерство на городских и районных уровнях. Старшеклассники, ставшие призерами республиканских соревнований, рады, что последние годы в школе проходят с большим успехом. Эти соревнования мы ждали 2 года, они дались нам нелегко. За 2 года произошли различные изменения. Надеялись занять первое место в последнем школьном году. К сожалению, не получилось. Старшеклассники, которые показали высокий уровень игры, достойно защищавшие честь нашей области, усилят спортивную подготовку. В ближайшее время мы планируем участвовать в соревнованиях, говорят они. Дана Самат Мажан Урумбасар, Ернар Сатыбалда, 77 Ньюс.